Официальное заявление Галустяна после сообщения о разводе. Информация о том, что Михаила Галустяна приметили с другой женщиной в самолете, прозвучала как гром среди ясного неба. Популярный артист прокомментировал эти данные. Михаил Галустян разместил официальное заявление в своем Instagram. Актер записал видеообращение. «Я отвечаю за то, что я говорю. Но я не могу отвечать за то, что вы думаете», — подписал публикацию комедийный актер. Для начала Михаил Галустян опроверг свое участие в различных конкурсах, которые распространяются в сети. Артист объяснил, что если бы организовывал нечто подобное, то информацию об этом размещал бы в своем личном аккаунте, а не на сторонних страницах. Также юморист прокомментировал муссирующееся в СМИ сообщение о его разводе с женой Викторией. Михаил горячо отреагировал на эти данные, заявив, что это неправда. Ни про другую женщину, ни про развод. Галустян назвал супругу любимой и попросил поклонников и прочую заинтересованную общественность не вестись на подобную информацию. Внимание на экран. Ребята, всем привет. Сразу две новости. Первая новость, то, что сейчас в сети активно муссирую, говорю, но за то, что вы думаете, отвечать не могу. И вторая новость, Лента.ру, громкие кричащие статьи. Давайте жить дружно. Всех целую. И люблю. Напомним, Михаил и Виктория прожили в браке более 10 лет. У супругов подрастают двое детей. Эта пара считается одной из самых прочных в отечественном шоу-бизнесе. 3 недели назад артист очень нежно и с юмором поздравил избранницу с днем рождения. Но как ее можно не любить? Это же просто подарок судьбы. Виктория Галустян, поздравляю тебя с днем рождения, а еще. Сегодня 12 лет, как мы поженились. Виктория Викторовна, победа победовна моя. Спасибо за таких прекрасных девочек-конфеточек. Орфография и пунктуация автора сохранены. Прим, Ред, обратился к любимой супруге Михаил Галустян. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Ник Купер, Леди Гага прилюдно ублажила нового бойфренда. Сенсационный секрет сексуальной мощи 88-летнего Краско. Зачем такой огромный силикон? Россияне распекли вывалившую грудь дочь Крутого. Седокова откровенно о соблазнении Абрамовича. Собирающая со столов объедки Цой умоляет о помощи. Видео. И многое другое.